Наш двоюродный прадедушка Андреев Сергей Петрович в начале Великой Отечественной войны был эвакуирован вместе с авиационным заводом из города Воронежа. До Куйбышева они добирались больше 2 месяцев. После приезда всех рабочих расселили в общежитиях-землянках. Условия были ужасные. Они жили в бывшей тюрьме. Спать приходилось на 3-ярусных деревянных полках, на месте по несколько человек, но даже при таких условиях места хватало не всем. Через некоторое время дедушке дали общежитие в центре города. Но добираться до завода было очень тяжело, поэтому он часто оставался ночевать на земле прямо около станков. Работал дедушка по 12 и 18 часов. Питание было очень скромное. Кусок хлеба и чашка супа. Заводское оборудование прямо из поезда было выгружено под открытое небо. Рабочие одновременно строили корпуса и налаживали производство, невзирая на погоду. Ни снег, ни дождь не могли помешать возведению такого мощного и важного объекта, который выпустил свои легендарные штурмовики Ил-2. Дедушка неохотно вспоминал эти суровые годы, но при случае всегда приводил в пример своих заводчан и гордился стойкостью и удивительной самоотверженностью людей, прошедших вместе с ним это испытание. А мы гордимся нашим двоюродным прадедушкой Андреевым Сергеем Петровичем.